Кухня ЖКХ. Никому не нравится платить за некачественные или отсутствующие услуги. Почему мы тогда прощаем коммунальщикам холодные батареи и месяцы мытья из тазиков? Будем разбираться, как можно компенсировать эти траты. У нас в студии гендиректор управляющей компании «Актив Комфорт» Максим Маньков. Максим, давайте начнем с того, какая вода считается горячей, насколько ее можно отключать, то есть на что мы имеем право по закону. Горячее водоснабжение должно быть круглосуточно. Допустимая продолжительность перерывов ее подачи в течение месяца не более 8 часов. При авариях на тупиковых магистралях перерыв может составлять 24 часа. При ремонте и профилактике сетей может быть и больше 14 суток. Температура горячей воды в соответствии с санитарными нормами и правилами должна составлять от 60 до 75 градусов. Возможные отклонения ночью они составлять должны это с 12 часов до 5 утра максимум 5 градусов, а днем 3 градуса. За снижение каждых 3 градуса идет 0,1% от оплаты. Если температура горячей воды ниже 40 градусов, то она оплачивается уже как за холодную воду. Так, а теперь про то, что делать, если отключение в эти нормы не вписываются и мы замерзаем. Житель должен обратиться в свою управляющую компанию, в аварийную диспетчерскую службу. Управляющая компания тоже производит определенный алгоритм действий. Она должна выйти к жителю, предварительно слить эту воду, потом заполнить и термометром заверить горячую воду. Также проверить горячую воду на воде в многоквартирный дом. Бывает такое, что проблема не в инженерных коммуникациях, а на внешних сетях. Например, Орловская 27, где встал циркуляционный насос по одному подъезду. Горячая вода не циркулировала, остывала в кранах, и человеку приходилось либо долго сливать, либо вообще просто была вода холодная. Причины могут быть разные, но если у вас холодная вода, вы должны это зафиксировать вместе с управляющей компанией и дальше уже действовать на перерасчет. Получается, нужен один шаг – пожаловаться в управляющую компанию. А вот смотрите, мы сообщили в какой-то конкретный день, а перерасчет нам ведь не за день делают, за какой-то период. Как он высчитывается? После того, как акт составлен, должны быть проведены меры по нормализации параметров. Как параметры нормализованы, исполнитель коммунальных услуг должен удостовериться в том, что коммунальная услуга предоставляется надлежащего качества. И это будет вот как раз временной промежуток на перерасчет. Получается, чем раньше мы пожаловались и составили акт, тем раньше начинается период для перерасчета. Но вот проблемы с водой чаще всего касаются не только одной квартиры, жалуются же не все. Обращается ли управляющая компания в интересах молчунов за перерасчетом сама? Здесь законодательство предусматривает заявительный характер. То есть должны, конечно, обратиться с заявлением на предоставление перерасчета. Но если мы понимаем, что проблема в целом на многоквартирном доме по параметрам, мы со своей стороны направляем ресурсоснабжающую организацию соответствующие сведения. Как правило, ресурсоснабжающая организация, когда зафиксированы, тем более показания прибора учета, параметры, производит перерасчет жителям. Спасибо. У нас в студии был генеральный директор управляющей компании «Актив Комфорт» Максим Маньков. И помните, что за каждые 3 градуса 0,1% понижения платы нам полагается. Кухня ЖКХ.